Дорогие друзья, всем здравствуйте. Я хочу вам сделать небольшое объявление. Так как я сейчас нахожусь очень часто в городе, потому что я делаю ремонт в квартире городской, у меня накопилось очень много материала про наш двор. И опубликовать я вам его никак не могла в городе, потому что у меня интернета обычного нет, у меня только модем. А модем в городе, с модема в городе интернет, ну, почти не тянет. Я никак не могу там опубликовывать видео, потому что не могу никак загрузить видео на YouTube. А пропускать хронологию жизни нашего двора мне не хочется. Поэтому я буду показывать видео все подряд. Сегодня вот я приехала в деревню, и я как можно больше загружу видео на YouTube, ну и буду постоянно их показывать. Поэтому вы не смотрите на то, что у нас картошки там еще нет, она у нас уже вот большая, и все у нас растет хорошо, но в видео будет еще, знаете, картинка несколько дней тому назад снятая. Поэтому не удивляйтесь сильно, пожалуйста, и поймите меня правильно. Спасибо.